Дом культуры стал юридическим лицом со своим уставом и бюджетом. Это значительно повлияло на внутреннюю жизнь Дома культуры. Ольга Владимировна перешла директором в районный Дом культуры Черкизово, а директором Акадийского сельского Дома культуры стала Макаркина Марина Владимировна, которая работала в ДК с 1994 года. Сначала руководителем хореографического кружка, затем художественным руководителем. В те годы учредили конкурс главы Коломенского района «Галактика культуры» на денежный приз, где оценивалась работа учреждений культуры за весь год. Наш Дом культуры стал занимать призовые места. Сначала номинация, потом третье, второе и, наконец, первое место. Снова номинация. Все средства идут на пополнение материально-технической базы. Затем победа в конкурсе «Лучшее сельское учреждение культуры». У Дома культуры рождаются новые проекты, развиваются традиционные мероприятия, возобновляет работу спортивный зал, налаживается сотрудничество с национальными и общественными организациями. В Дом культуры приезжают гости из других регионов и республик, ведутся ремонтные работы, обновляется материально-техническая база.